Я всех приветствую, с вами Олег Димитров, и это аудиозапись для тех, кто чувствует вину. Это может быть вина, связанная с вашими близкими людьми, это может быть вина, которая присутствует в вашей жизни постоянно, это может быть вина, которую вы испытываете уже длительное время и все не можете отпустить. И работая с виной, мы знаем, что вина – это, как ни покажется странным, это позитивное чувство, оно нужное. То есть вина нужна для того, чтобы мы восстановили справедливость, то есть мы кого-то обидели, задели, и когда появляется вина, она нас мотивирует, чтобы изменить ситуацию. Но если вина продолжает висеть длительное время, то здесь что-то не то. То есть явно есть какие-то проблемы в психике, которые нужно исправлять. Особенно это касается ситуации, когда несколько месяцев или лет прошло, а вы чувствуете вину за какое-то событие. Или, быть может, вы чувствуете вину за не совсем незначительное событие. Ну, к примеру, у кого-то оно может проявляться в том, что когда вы покупаете себе что-то, какую-то вещь, одежду или еще что-то, вы чувствуете вину перед своими детьми. Конечно, эта вина имеет нерациональные корни, и решать такую проблему на логическом уровне, объясняя себе, что я могу себе это позволить, бесполезно, потому что корни идут из детства. И эта аудиозапись для того, чтобы найти эти корни, снять эмоцию с той детской травмы, которая породила возникновение вот этого дискомфортного чувства и соответственных реакций. И когда мы прорешаем эту детскую травму, вина в вашей жизни будет проявляться, но это чувство будет рациональным. Оно, как только появится, вам сразу же захочется сделать какое-то действие. Извиниться, подойти, переделать ситуацию, и вина сразу будет уходить. Мы в этой аудиозаписи не будем искать, кто прав, а кто виноват. Потому что на самом деле это без разницы, ведь ситуации уже давно прошли. И не важно, кто был прав, а кто виноват. Важно то, что ситуация прошла, а вам все до сих пор плохо. Вы все до сих пор себя вините. Также я хочу заметить, что данная аудиозапись – это не замена личной проработки, потому что при личной встрече мы видим ситуацию и разбираем ее по порядку. Очень редко встречаются ситуации, которые можно проработать за 2 или за 3 часа. Да? Эта аудиозапись, она сделана линейно и максимально простым способом, который подойдет для большинства людей. И поэтому нужно понимать, что докопаться до центра, до истины, до той ситуации, которая действительно породила возникновение сильного чувства вины, необоснованное чувство вины, будет достаточно сложно. Но после прослушивания данной аудиозаписи кто-то может почувствовать, что ему стало легче. Ну, у кого-то может, я допускаю, что чувство вины больше никогда не будет проявляться так сильно и так ярко. Если оно будет проявляться, то оно будет проявляться в тех ситуациях, где действительно нужно чувство вины. И также после проработки будут даны некоторые утверждения, которые также помогут вам действовать по-другому, и, возможно, вам станет легче. Во время сессии, во время погружения в это приятное, комфортное состояние, в которое мы будем сейчас погружаться, вы будете чувствовать расслабление, и это состояние также положительно сказывается на вашей психике. Поэтому приятного прослушивания, хорошей работы и, в общем-то, все в ваших руках. И сейчас я попрошу сесть удобно. Я сейчас переключусь на «ты». Я буду обращаться к тебе на «ты», для того, чтобы ты чувствовал, что я работаю с тобой лично. Для того, чтобы ты знал, что есть только ты и я, и все команды, которые я тебе говорю, они направлены только к тебе. Ты можешь представить, что я сижу рядом, а ты сидишь в приятной, комфортной обстановке. Садись удобно так, чтобы твои ноги, руки были расслаблены, да? Чтобы шея также лежала на какой-то поверхности, да, она подпиралась, например, креслом. Так, чтобы шея также была расслаблена, чтобы ее не держать на весу. Было бы идеально, чтобы вы сидели в каком-то кресле, где есть подголовник, чтобы можно было отпустить шею и не держать эти мышцы. Сделай приятный глубокий вдох. И на выдохе закрой глаза и расслабься. И сейчас
Обрати внимание на свое дыхание. Делаешь приятный глубокий вдох и выдох. Делаешь приятный глубокий вдох и выдох. Дышишь в своем ритме, тебе легко и комфортно. Отпускаешь все заботы, все переживания. Дышишь медленно, без рывков, без задержки дыхания. И все заботы уходят. Время замедляется. Погружаешься глубже, дальше, в более приятное расслабленное состояние. Все внимание концентрируешь на своем дыхании. И сейчас делаешь приятный глубокий вдох и выдох. Теперь снова делаешь приятный глубокий вдох, задерживаешь дыхание и выдох. Снова делаешь приятный глубокий вдох, небольшая задержка дыхания и выдох. Дышишь в своем ритме. Продолжаешь дышать в своем ритме, все внимание на дыхании. Продолжаешь дышать в своем ритме, все внимание на дыхании. И теперь обрати внимание на мышцы глаз и век. И расслабь мышцы своих век до такого состояния, при котором они просто не будут работать. Так же, как и рука, которая полностью расслаблена, она не может двигаться, потому что, чтобы ей двигаться, ей нужно напрячься. Когда убедишься, что глазные мышцы полностью расслаблены и не будут работать, проверь и убедись, что они не будут работать. Проверь как следует, что они полностью расслаблены. Теперь перестань пытаться и проверять. И перемести это чувство расслабления на макушку головы. Почувствуй приятное чувство расслабления на макушке головы. И направь это чувство расслабления вниз, внутрь, по всему телу. Приятной теплой волной. Вниз до кончиков пальцев, ног. Позволяешь себе погрузиться глубже, в два раза глубже, чем до этого. Погружаешься в два раза глубже, чем до этого. Позволяешь себе погрузиться глубже. Ведь ты сам погружаешь себя глубже. Мой голос тебя ведет вниз, внутрь, вглубь. А сам ты идешь со мной и расслабляешь свои мышцы. Так, чтобы тебе было еще более комфортно. Чтобы ты мог работать со своими установками, убеждениями, эмоциями и становиться лучше. Каждая минута, проведенная в этом расслабленном, приятном состоянии, для тебя полезна и целительна. Твоя психика восстанавливается. А теперь снова обрати внимание на свои веки. И как и до этого, проверь, что они полностью расслаблены. И сейчас перенести это чувство расслабления на макушку головы и направь это приятное чувство расслабления вниз, внутрь, по всему телу, удваивая расслабление более полно, более сильно и еще больше. Чувствуешь, как твое тело, как будто в теплой ванне, в невесомости, и еще ниже, и еще глубже, и еще дальше. И еще ниже, еще выше. Если у тебя вдруг возникнут желания поплакать, слезы или еще что-то, может быть возникнут в теле дрожь, ты позволяешь этому произойти, не сдерживаешься, тем самым выпуская лишние эмоции, которые ты носил в себе, а мы движемся еще дальше, еще глубже.
еще более полное расслабленное состояние и снова, как и до этого, обрати внимание на свои веки и проверь, что они не могут подняться, потому что полностью расслаблены. И перестань пытаться и перенести это чувство расслабления на макушку головы и направь это приятное чувство расслабления вниз, внутрь, по всему телу. В этот раз как будто ты расслабляешься в 10 раз глубже, полнее и сильнее. Да, ты знаешь, что можешь расслабиться еще глубже, еще полнее и еще сильнее. И мы сейчас еще улыбнемся, еще ниже, еще более полно. И ты представляешь лестницу. Эта лестница ведет вниз. И на каждой ступеньке этой лестницы написана цифра. И когда ты будешь наступать на ступеньку, ты будешь погружаться вниз, вглубь, внутрь. В два раза сильнее, в два раза более полное расслабленное состояние. И каждый раз, когда ты будешь наступать на ступеньку, ты будешь говорить цифру этой ступеньки. Также в два раза более расслабленно, в два раза более тихо, чем предыдущую. И чем дальше ты будешь спускаться, тем более расслабленный твой голос, тем более тихий твой голос. Сейчас мы наступаем на первую ступеньку. И ты чувствуешь, как расслабляешься в два раза сильнее. Все мышцы расслабляются в два раза сильнее. И ты произносишь цифру. Не громко, так как ты расслаблен. Мы продолжаем спускаться и наступаем на ступеньку с цифрой 2. Ты чувствуешь приятное, теплая волна расслабления идет по твоему телу. Тебя утягивают еще глубже, еще более приятное расслабленное состояние, а ты говоришь цифру 2, и еще более расслабленно, еще в два раза более тихо и медленно. Мы продолжаем спускаться, ты наступаешь на ступеньку с цифрой 3 и чувствуешь, как тебя утягивают вниз, внутрь, вглубь, еще более приятное расслабленное состояние. Ты произносишь цифру 3 так тихо, как ты можешь, потому что ты расслаблен настолько сильно, что твои губы еле двигаются, и твой язык еле двигается. И мы продолжаем спускаться, и мы наступаем на цифру 4. Еще более полное, расслабленное, сильное состояние, в два раза сильнее, чем на цифре 3. И мы сейчас на четвертой ступеньке, и ты сейчас произносишь цифру 4 настолько слабо, настолько расслабленно, что ее можно не услышать. Очень хорошо. И сейчас полностью отпускаешь ситуацию, расслабляешься и погружаешься как будто в теплую воду. Все тело как в невесомости. Ниже, дальше, глубже. И сейчас представь ту ситуацию, из-за которой ты чувствуешь вину. Представь ее ярко, эмоционально. Ты чувствуешь вину. Она может проявляться где-то в теле. Она может проявляться где-то в горле, в груди или в другой части тела. Посмотри, как у тебя. Позволь проявиться. Ты сейчас в этой ситуации смотришь своими глазами. И чувствуешь в теле вот этот неприятный дискомфорт. Вот это дискомфортное чувство. И в теле ты чувствуешь, как оно начинает где-то, может быть, сжечь, давить. Или еще как-то, как у тебя. Сконцентрируй внимание все на этом чувстве и заметь, какой она формы, это чувство. Посмотри, оно круглое, квадратное. Прямоугольный или еще какой-то формы. Посмотри, какой формы это чувство. А также заметь, какого цвета это чувство. Это чувство вины. И сейчас
Концентрируйся полностью на этом чувстве, которое у тебя есть в теле, вот это дискомфортное чувство. Концентрируйся полностью на этом чувстве. А сейчас ты ныряешь, погружаешься в это чувство и входишь в него, как по туннелю времени, и становишься более ранней версией самого себя, связанным с этим чувством. И когда я досчитаю до трех, щелкну пальцами, ты станешь более ранней версией самого себя, связанным с этим чувством. Один, два, три. Ты там. И сейчас ситуация проявляется, ты можешь что-то вспомнить, тебе может прийти мысль. Ты можешь знать, что ты где-то находишься, или какая-то ситуация будет вырисовываться. Как у тебя будет происходить, так и правильно. И сейчас, видя эту ситуацию, посмотри, что там происходит. И откуда возникло дискомфортное чувство. Что является причиной? Может быть, ты кому-то что-то сделал. Может быть, ты видишь, как кто-то кому-то делает, или кто-то тебе что-то делает, и у тебя возникает дискомфортное чувство. Посмотри внимательно. Ситуация развивается, все видишь своими глазами, там и тогда. И обрати внимание снова на свое тело. Посмотри, где в теле это чувство. Заметь, сместилось ли оно, или осталось там же, и какого цвета. Все ярко чувствуешь и ощущаешь. И сейчас наблюдая за этим дискомфортным чувством в теле, полностью концентрируешься на нем, смотришь, что за ситуация, что там происходит. И сейчас мы снова, еще раз, погрузимся еще глубже и еще дальше, чтобы найти корень, чтобы найти первопричину этого чувства. И сейчас удерживаешь мысленным взором это дискомфортное чувство в теле, ныряешь в него, входишь в него. И когда я досчитаю от 1 до 3, щелкну пальцами, ты окажешься в более ранней ситуации, связанном с этим чувством. 1, 2, 3. Ты там. И все видишь, чувствуешь ярко, полно. Следуешь к моим командам быстро и четко. Посмотри, что происходит и откуда это чувство. 1 ты? Или с кем-то. Посмотри вокруг. Находишься дома, или на улице, или еще где-то. Есть ли папа, мама, или какие-то другие люди рядом. Посмотри, почему возникло это чувство. Это дискомфортное чувство. А теперь обрати внимание на чувство в теле. Как оно проявляется, где оно в теле, как ощущается, какой его формы, цвета, размера, такое же, как и было, или оно отличается. Рассматривай, ощути в своем теле, ты сейчас смотришь своими глазами в той ситуации и снова зафиксируйся на чувстве, которое у тебя проявляется в теле. И входи в него, становись им, и как по тоннелю времени входишь в более раннего себя, связанным с этим чувством, я считаю, от 1 до 3, щелкаю пальцами, становишься более ранней версией самого себя, связанным с этим чувством. 1, 2, 3, ты там, все видишь и чувствуешь, и ярко. Нас бессознательно подсказывает тебе картину, и видишь, чувствуешь, осознаешь. И сейчас снова посмотри, что за ситуация. Где ты находишься, что там происходит, один ты или с кем-то, какое действие совершается, что ты делаешь или что тебе делают. Посмотри внимательно, где ты находишься, дома или на улице, сколько тебе лет. И снова, как до этого, обрати внимание на чувства в теле.
Смотри, какой он формы, размеры, где находится. Сейчас обрати внимание, что тебе хочется сделать, когда ты испытываешь это дискомфортное чувство. Ты можешь хотеть спрятаться, убежать, замереть или напасть. И сейчас, если у тебя чувство спрятаться, то ты следуешь моим командам. Если у тебя другое чувство, ты просто ждешь, когда твое чувство я назову. Продолжай наблюдать за ситуацией. Итак, если у тебя чувство спрятаться, ты хочешь в этой ситуации спрятаться, начинай прятаться, начинай прятаться, прячешься. И сейчас, когда ты спрятался, да, смотришь своими глазами, прячешься там, в той ситуации, начинай выходить из своего укрытия и идешь к тому, от чего прятался. Идешь к тому, от чего прятался, тем самым выражая то, что ты тогда не выразил. Идешь к тому, от чего прятался. Выражает то, что не выразил. Продолжаешь это делать. А тем временем мой голос обращен к тем, у кого чувство убежать. Сейчас вы в этой ситуации начинаете убегать. Убегайте. И ты сейчас убегаешь. Сейчас убегаешь, останавливаешься. Остановился, разворачиваешься, идешь к тому, от чего убегал. Идешь к тому, от чего убегал, тем самым выражая то, что ты тогда не выразил. Продолжаешь это делать, и тем временем мой голос обращен к тому, кто хочет замереть. И сейчас в этой ситуации ты смотришь своими глазами и замираешь. Ты замер. И сейчас, когда ты замер, начинаешь размирать, начинаешь шевелиться, шевелить все, что там замерло. И начинаешь, если что-то замерло также вокруг тебя, также начинаешь это приводить в движение, все приводишь в движение, тем самым выражая свои чувства. Начинаешь все приводить в движение, все приходит в движение, все двигается, и ты тоже. И сейчас мой голос обращен к тем, у кого напасть, у кого было чувство напасть. Сейчас в этой ситуации вы смотрите своими глазами и начинаете нападать, понимая, что все, что вы видите, это всего лишь картинка, иллюзия, эта ситуация давно прошла. Если вы нападаете там на папу или маму, это всего лишь иллюзия, это всего лишь воображение. И вы не приносите никому никакого вреда. Сейчас в этой ситуации вы позволяете себе себя выразить и становится легче. Да, начинаете нападать и нападаете, и выражаете себя. Нападаете самым лучшим образом. Продолжаете это делать. Каждый работает в своем ритме. Работаем в своем ритме. Никуда не торопимся. Выражая себя полностью. Становится легче. Вы замечаете, как, выражая себя, становится легче. И сейчас мы снова в этой ситуации. Сейчас снова в этой ситуации. И сейчас мы снова в этой ситуации. И посмотрите, сколько осталось этого дискомфортного чувства. Входите в то, что осталось. Это может ощущаться в теле, как какой-то кусочек или еще как-то, как у вас. Может у кого-то остаться 30% от всего чувства, у кого-то может 50%, у кого-то может быть 2%. Входите в то, что осталось, вы становитесь этим чувством, вы как будто в него ныряете. Вы становитесь этим чувством, вы сейчас это чувство, и начинаете выражать то, что у вас накопилось. Дышите и выражаете. Дышите и выражаете. Если вы почувствуете, что хотите двигаться, начинайте двигаться. Если вы почувствуете, что вы хотите кричать, плюваться, плакать или еще что-то делать, то, что у вас, делайте. Тем самым выражаете свое чувство, и вам становится легче. Продолжайте выражать это чувство, и вам становится легче.
И голос мой вы снова услышите через 2 минуты. Тем временем вы продолжаете работать, никуда не торопитесь. И если вы почувствуете, что вам мало, вы тогда откроете глаза, поставите паузу. При этом вы останетесь в этом расслабленном состоянии. Закройте глаза и продолжите работу. А когда проделаете работу целиком и полностью, вы откроете снова глаза, оставаясь в этом расслабленном, приятном состоянии, снова включите данную аудиозапись и продолжите работу. А сейчас вы работаете. Если вы не успели еще закончить, вы можете на этом месте поставить паузу, спокойно открыть глаза, оставаясь в этом расслабленном состоянии. А мы продолжаем. Теперь снова посмотрите на эту ситуацию, посмотрите на окружающих людей. Есть ли обида у вас на окружающих людей? Это может быть папа, бабушка или еще кто-то. Это могут быть ваши братья или какие-то другие люди. Посмотрите, есть ли там обида на этих людей. Посмотрите. Если есть обида на этих людей, то вы представляете этого человека перед собой, да, и смотрите ему в глаза и все высказываете. Высказываете и выражаете. Высказываете вы все словами, а выражаете действиями. Вы можете погладить этого человека. Вы можете этого человека отпихнуть и даже ударить, тем самым выражая все, что у вас накопилось, и вам становится легче. Сейчас выражаете все, что у вас там накопилось к окружающим людям, высказываете все, что вы им хотите сказать, смотрите им в глаза и высказываете, и выражаете. И понимаете, что вам становится легче. Мой голос к вам вернется через 2 минуты. Если вы не успеете все высказать окружающим людям, вы просто откроете глаза и так же, как и до этого, поставите паузу, оставаясь в этом приятном расслабленном состоянии.
И сейчас мы продолжаем. И теперь обратите внимание на себя в этой ситуации. Если у вас на себя какая-то обида, вина или еще какое-то дискомфортное чувство, которое вы чувствуете к себе, если это есть, то вы смотрите себе в глаза, прощаете себя. Прощаете себя за ту ошибку, которую вы совершили в этой ситуации, решив действовать подобным образом во всех ситуациях, которые будут похожи на эту. Прощаете себя за то, что вы пронесли это решение через всю жизнь. И добавьте от себя все, что вы хотите сказать, вы лучше знаете. Через некоторое время ты снова услышишь мой голос, и пока спокойно работаешь в своем ритме, никуда не торопимся. И теперь, если что-то еще осталось, какое-то чувство в этой ситуации, ты можешь сейчас поставить паузу и выразить все, что ты хочешь выразить другим людям, себе. Ты можешь в этой ситуации представлять, как ты ходишь, бегаешь или что-то делаешь, разговариваешь с другими людьми или еще что-то делаешь физическими действиями или каким-то другим способом, как у тебя. И либо ты можешь это выражать здесь, в физическом мире, крича, плюясь, можешь плакать или делать еще что-то. И тем самым становится легче. Ты можешь сейчас поставить паузу и доделать все, что не доделал. Когда почувствуешь, что полностью освободился от всех дискомфортных чувств в этой ситуации, чувствуешь себя хорошо и комфортно, снова вернешься к записи, откроешь глаза, включишь ее и продолжишь работу. И сейчас ты оказываешься в маме. Ты сейчас в маме. И с этого места начинаешь расти вверх, представляя, как ты реагируешь в каждой ситуации по-новому. Все, что ты раньше боялся, связанным с этим чувством, все, что ты раньше себе запрещал, связанным с этим чувством, ты сейчас делаешь, разрешаешь, делаешь это максимально ярко. И чем ярче будет у тебя образ, чем более экстравагантное твое поведение, чем более смелое твое поведение, тем лучше. Мы сейчас переучиваем твой мозг реагировать по-новому. Если раньше, к примеру, когда ты был неправ, ты решил сжиматься, ты решил убегать от других людей, прятаться, то сейчас, сделав что-то, в чем ты виноват, ты это быстро исправляешь и получаешь от этого удовольствие. И сейчас растешь вверх. Делаешь то, что ты себе раньше запрещал, хвалишь себя за то, что ты позволяешь себе реагировать по-новому, растешь вверх до настоящего момента, до 2017 года, и получаешь удовольствие от этого, хвалишься по каждой ситуации, где это чувство встречалось. И ты мой голос услышишь через 4 минуты, и если тебе не хватит времени, ты просто поставишь на паузу. Продолжишь работу.
Итак, мы сейчас закончили, да, доросли до 2017 года, и теперь начинаешь с 2017 года расти вверх, позволяя себе реагировать также по-новому, представляешь свое будущее и представляешь себя во всех сферах, во всех ситуациях, которые раньше проявлялись, связанные с этим чувством. Растешь вверх, действуешь по-новому. И замечаешь, как жизнь меняется, как становится легче, проще, как открываются новые возможности. Растешь вверх до 2018 года, на год вперед. И ты мой голос услышишь через 4 минуты. Если ты не успеешь, также поставишь на паузу. Представляешь ярко, эмоционально, чем ярче, тем лучше. Снова находишься в 2017 году, зная, что ты провел все изменения во внутреннем мире. И когда ты откроешь глаза, все изменения из внутреннего мира перейдут в реальный. Когда ты откроешь глаза, программа будет действовать, и все изменения, которые ты здесь произвел, они будут в твоей реальной жизни. И ночью твой мозг продолжит работу, которую мы начали сейчас. И когда ты откроешь глаза, ты будешь себя чувствовать хорошо, комфортно, уверенно. Со всеми изменениями вернешься. Я считаю до 5, щелкаю пальцами. Чувствуешь себя легко, комфортно, уверенно. Со всеми изменениями возвращаешься. 1, 2, 3, 4, 5.